Давай сыграем, вот там вот фонарь есть, да, у нас? Ну, вот 4 такта до вступления, до N. N есть? Ты имеешь в виду его соло? Да. Давай. Я не буду играть это соло. N есть, я понял. Два такта, расстановочка, чтобы я придумал. Ну, давай 4 такта до N. Да, раз, два, раз. Для меня это один из самых ответственных концертов в сезоне. Сольный концерт или концерт с оркестром в родном Иркутске. Это уже о! Потому что, конечно же, это родина, это святое место для меня, Байкал, Иркутск. Также, как и сольный концерт в Большом зале консерватории в Москве. Симфонический оркестр. Рояля добавьте. Виолончель уберите. Вообще. За сцену. Sleep inside my shoulder as we creep across the sand so I may keep the memory of our caravan. 6 раз. Ну давай. Ну если проще 8, может. Ну то есть там это сколько раз? 6 раз и коды. 1, 2, 1, 2. Ну вот так это надо. Да, давай. Then we'll be improvisation piano, and then we make some show with drums, with piano. We start. Давайте с Шендой пройдем номера. Давай. Значит, начинаем мы с Лоло Байнберг. Давай. Не надо нам дуэм играть, пускай она появится всем. По-настоящему. Окей, давай. Ну, можно этот самый Summer Time. Ну понятно, вот чуть-чуть угадаться с елочкой. Надо очень медленно начать. Конечно, мы начнем. Very slowly. We start together slowly. Stop us. Just...
say stop. Thank you.